Заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова встретилась с жителями на территории жилого комплекса «Усадьба Суханова». Она ответила на вопросы, которые касаются образования, здравоохранения, культуры, спорта, библиотечного обслуживания, создания музеев, работы с молодежью, развития туризма, а также опеки и попечительства. Сегодня на встрече с заместителем главы Ленинского городского округа мы эту проблему озвучили уже, получается, лично. Очень рады, что она донесена, нас услышали, и мы очень надеемся на скорейшее решение. Кроме того, специально для жителей на территории работает мобильный медицинский пункт, в котором оказывают первичную медико-санитарную помощь, а также проводят профилактический осмотр и диспансеризацию. Для того, чтобы пройти обследование, предварительная запись не требуется. Главное – взять паспорт и страховой полис. Консультирует здесь у нас фельдшер и рентген-лаборант. Рентген-лаборант проводит флюорографию. Вот фельдшер проводит прием пациентов, забор крови, снятие ЭКГ, консультация дальнейшая, спирометрия. Жители довольны, что можно пройти медицинское обследование рядом с домом. И наши жители очень довольны. И каждый год, я считаю, что надо Татьяна Юрьевна здесь, она вот сейчас смотрит, как работает парк. Чтобы люди проходили, проверили сердце, проверили легкие, сделали прививки от гриппа. Сделали направление, взяли к врачу, посоветовали с терапевтом, какие таблетки пить. Это очень удобно. Мобильные пункты приема граждан и дальше будут курсировать по Ленинскому городскому округу. А встреча с населением в рамках программы «Выездная администрация» продолжается. Ведь такой способ коммуникации с населением позволяет более продуктивно наладить диалог для решения насущных вопросов. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.